О каком папе мечтает ребенок? Конечно, о папе-друге, который выслушает, поддержит и даже немного похулиганит вместе с тобой. Дима Мостовой занимается плаванием, и такие шутливые тренировки с отцом во время самоизоляции очень поднимали дух. Папа самый лучший, всегда добрый, помогает с уроками по-английскому, хвалит за учебу, за плавание. Ко дню отца Дима решил сделать папе подарок. Он, как и все участники акции «Самый лучший папа мой», выложил в сетях под этим хэштегом фотографию своего отца. А под ней нужно было ответить на вопрос, что такое отцовство. И на помощь, как всегда, пришел папа. Не помню, кто написал, что мать дает, значит, детям жизнь, а отец дает силу, силу жизни. То есть, если ребенок, значит, получается, теряет отца, он теряет силу жизни, то есть это на него влияет в процессе всей жизни его. Алексей Мостовой – отец двоих детей. Дочери Анастасии 13 лет. Она хорошо учится и занимается настольным теннисом. Дмитрию 9 лет. Он делает большие успехи в плавании, и это заслуга обоих родителей. Это морально и эмоционально влияет на детей. Вот. Когда воспитываются, так сказать, в семье с папой или с мамой. Школьные педагоги и психологи говорят, что дети, которым уделяют внимание родители, чувствуют себя намного увереннее, они лучше учатся, легче переживают неудачи. И роль папы в этом очень важна. Для сына мужчина – это знамя своего рода. Сын всегда будет повторять поведение отца. Для дочери отец тоже очень важен, потому что, глядя на то, какой у нее папа, как он себя ведет с ней, с мамой, с другими членами семьи, девочка будет выбирать в будущем себе своего спутника жизни. Папа, может быть, и не первое слово в жизни ребенка, но такое же значимое, как мама. И День отца – еще один повод сказать добрые слова своим родителям. Анастасия Дудко, Олег Короткевич, новости Губкинского.